Давай, покажи, на что способен. Thank you.
Спасибо за все. Ты сильно помогла. Ха, такое приключение. На этом все? Нет. Это только начало. Мне надо пробраться туда, все разузнать и найти сестру. Ну вот, ты все выяснил. Что потом? Выясню, кто за этим стоит. И я у него на хвосте, никуда он не денется! Кто причастен к смерти Лены? Да куда же он делся? Ты еще тут? Я здесь. Ладно, до встречи. Не боись, я у него на хвосте. Все, кто подмогу хотел?
Администрация порта конфисковала контейнер с армейским вооружением на миллионы долларов. Груз прибыл из Европы, но неизвестно, как он попал в страну. Скорее всего, это часть масштабной схемы. Детали не ясны. Тобиас? Откуда номер? Ты мститель! Серьезное обвинение. Да, это голос мстителя! В первый раз он испугал меня до смерти. Слушай, у меня для тебя кое-что есть интересненькое. Полиция выкидывает очередную партию пушек на улице. Что ты имеешь в виду? Я их прослушивал. Они пушки целыми ящиками продают под прикрытием. Вопрос в том, зачем? И где? И кто? Тобиас. Да, да. Покажу, где проходили сделки. Дальше разберешься сам. Одно условие. Скажешь про меня в своем манифесте. У меня нет манифеста. Ага. Супер. Вернись в нейтральное положение или готовьтесь к последствиям.